Дорогие жители прекрасного города Владимира и Владимирской области, я, конечно, понимаю, что одно дело жить в каком-то месте, а другое дело в этом месте только работать. Но если ты работаешь периодично, и ты можешь посмотреть, как меняется жизнь в том месте, где ты работаешь с течением времени, то я могу от себя сказать следующее. Я много работал во Владимирской области, в частности, в замечательном городе Гороховце. В этом городе мы снимали несколько фильмов. В этом городе я сам снимался. И я видел, как отражалась жизнь в этом городе с течением времени на нашей работе. Потому что это всегда очень связано. Я видел, как расцветал этот город, как изменялась ситуация в этом городе. Я понимаю, что, конечно, глупо надеяться на то, что только из одного человека может измениться жизнь целого региона. Хотя, по большому счету, у нас в России, да. Поэтому на сегодняшний день я думаю, что именно Светлана Юрьевна Орлова – это и есть тот человек, который нужен Владимирской области. Я понимаю, что огромное количество проблем. Я понимаю, что эти проблемы нельзя сразу решить. Но мне кажется, что ее приверженность к вашему замечательному, потрясающему по красоте и по истории региона, ее любовь к этому региону, они могут сделать очень важное дело для всех, для вас и для всех, для нас, потому что это жемчужина Владимирская область, жемчужина нашей страны. Мне кажется, что сегодня нужно время для того, чтобы изменения происходили. Поэтому мне думается, что коней на переправе не меняют. Если бы я имел такую возможность и был бы жителем Владимира или Владимирской области, я бы лично голосовал за Светлану Юрьевну Орлову. Мне кажется, что ей можно доверять. А уж решать вам. Успехов. Всего доброго.